Сардачно запрошаем у Беларусь. Welcome to Belarus. Добро пожаловать в Беларусь. Это видеоблог. Нет, это не он. О, здравствуйте. А вы не подскажете, видеоблог где? Я... Это видеоблог. Значит, не кривя душой, хотелось бы сказать, что я очень люблю Минск. Сейчас пойдем вот этот в парк. И сейчас мы... Ёптима! Вот. Пойдем посмотрим, что там есть. Вот фонтанчик. Вот ребята гребут. Это видеоблог. Это видеоблог. Едем на выступление. Это видеоблог, Витя. С тобой еще не здоровались. Чего говоришь? Видеоблог, с тобой не здоровались еще. А почему ты так снимаешь? Как? Лежа. Ну почему? Я так всегда еду. А что, музей какой-то, да? Я правильно понимаю? Там все написано. Ну понятно. А это что за машина у нас? Мерседес? Да. Спринтер. А, я думал Ренаульт. Фиксирующее. Есть такое. Устройство тоже, пожалуйста, подготовьте. Уже готово. У нас сегодня два концерта. А, они работают. Да. Два концерта подряд, такое часто. Нет такого, что ты, например, готовишь что-то и так и не выступаешь, а потом раз и уже поехал выступать. То есть есть отсечка, где мы начинаем ездить с этой программой. Это все сложно сказать, какая. Можно считать, считайте лучше так, полгода. Полгода ты едешь с одним материалом, полгода, через полгода этот материал уже меняется. Как вы учите свои монологи? Ну правда, ни разу не слышал ответ на этот вопрос. Как вот в школе мы стихи учились? А как ты выучил вопрос вот эти? Так, сейчас я отвечу. Я просто не учу, потому что я знаю, о чем буду говорить. То есть это в момент подготовки, пока ты пишешь все это. Да, ну это сейчас ты сама же сказала, не текст. Формулировка удачная. Ты эту формулировку потом осматриваешь либо видео, либо слушаешь. Кто я в этом мире? Что я здесь делаю? Я отличный комик. Но я не понимаю, чем я занимаюсь. Я сижу здесь. И даже не знаю, что сказать. Что сказать? Или... Ну, не знаю. Да, так и скажу. Так и скажу. У меня волос меньше стало. Это видеоблог, мы на интервью. Видеоблог. Шлёпай. Это... Видеоблог. 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 Это видеоблог. Отгремел концерт в Минске. Первый. Сейчас будет второй. Как ощущения после концерта? А Стас, у тебя? Офигенно. Олег? Шикарно, все нравится. Марина? Итак, второй концерт, это видеоблог. В одном тоже месте, какие ощущения? Ощущения такие, Лех. Точно такие же, как ты получил, когда я отдал тебе свое каре ягненка. Какие у тебя были? Приятные же ощущения? Приятно. Ну вот и у меня приятные ощущения. Значит, ты садишься в паровозик и уезжаешь сейчас? В паровозик? Нет, я на самолетике завтра. Тутух. Я на самолетике. Ну ладненько. Это видеоблог. Выступили. Едем. Номера. Какой цвет прикольный цвет. Нормально. Да. А можно музычку немножечко прибавить, так сказать? Поменьше? Нет, прибавить, прям чтобы хорошо было. Это видеоблог. Отмечаю в лучшую сторону вокзал города Минск. Путь два, три. Трак. Зала чаканя. Вот и все. И ребята, слушайте, ну это покруче, чем аэропорт, на самом деле, в некоторых местах. Итак, у нас 10-часовой переезд из Минска в Калининград. Собственно, поэтому мы идем на поезд. А это же поезд, я правильно понимаю? Что? Поезд это же. Конечно. Ну все тогда. Российский. Вот он. Вот он, родименький. Идем, значит. Слушайте, а что происходит? Еще молодой человек. А где еще вагон? Из другого, что ли? Вагон там остался, в Москве. Здесь. Серьезно? Кончились вагоны. Очень странная ситуация. Странно, что в купе. Очень странно. Очень странно. Очень странно. Что-то есть, наверное? Наверное, есть, Олег. Так никак не есть. Берем сюда. 20-я. Какая купель? 20-я купе? Верхняя. Прикинь. Это тебе не к нам.
Это где к чужим людям. Посмотрим. Ну что ж, ладно, Олег, заходи уж. Если ехать уж с уродами, то с теми, каких знаешь. Лех, свои уроды милее всех. Вот и все. Это видеоблог. Уже утро в вагоне-ресторане. Вот она, Россия, матушка. Калининградская область уже, скорее всего. Эти немецкие деревушки. Это видеоблог. А? Это видеоблог. Про очки надо уточниться. Здравствуйте. Мы в Калининграде. Доброго здоровья. Это же Калининград, да? Да. А что происходит, не подскажете? Машины. Это видеоблог. Все в сборе. Жека, да, опять уже. Жека вливается. Тимур. Стас. Я. Нурлан. Марина. И водитель. Из московского центра загородной недвижимости. Удобно ли вам сейчас разговаривать? Ну, мы можем вам предложить вам рассмотреть юг, юго-запад и север Подмосковья. Вы какое готовы направление рассмотреть? На севере у нас представлен жилой комплекс Федоспу парк, коттедж от 10-6 квадратных метров, и по сумме у них от 10 200 000 рублей. А комплекс от 135 квадратных метров и по сумме от 6 400 000 рублей. А за 1030 что-нибудь есть? За 1030-35 максимум есть что-нибудь? Вы снять хотите или купить? Купить, конечно, зачем снимать? Это что, трусы? Это видеоблог! Это видеоблог, смотрите, Светлогорск, второй мой любимый город на земле после Зеленограда. Вот он! Ого! Смотрите сейчас, подписочки. Лёх, не надо, Лёх, пойдём. А, там так не видно. Лёх, это видеоблог точно? Это видеоблог. Блин, это красота, конечно. Так это не, видеоблог. Ну, не вот это, не вставляй то, что... Нет, вообще, ты просто вот мы раз, два, три, заканчивай. Да тут нет никого. Это видеоблог. Это был видеоблог. Это видеоблог. Мы уезжаем в Литву. Это видеоблог. Доброе утро. Привет. 9:06. Здравствуйте. Уезжаем. 9:06? 9:06. 9:06, воскресенье, 20, чего там у нас, какого-то чего? 26 сегодня. 26 мая у нас непосредственно Toyota Camry. Это хороший автомобиль, Лёх? Слушай, уже, думаю, не особо. Это видеоблог. Витька позвали по таможню. Мы на литовской таможне находимся. Это видеоблог. Мы поели на заправке в Литве. Это было замечательно. 4 евро сандалили просто. Еще кто-то не доел орешки, и мы их забрали. Женька. А это что, Лёха? Ребята, это видеоблог. А-а-а. Смотрите, какая. Вот там в блевотине своей мариноваться, да? Это видеоблог. Конгресс-хотель. Это видеоблог. Мы в Вильнюсе, да? Кайф? Кайфец. Вот нотариус здесь. Свеки. Дал барусичка. Это же вафли, да? Да. Да. Можно вот такую? Сейчас. Я буду вот... карамелью, наверное.
Вот, я буду вот такую, а он вот такую. Да. А тут только шоколад в ней? Наверху шоколад. Так, наверху. А внизу? Карамель. А не, внизу просто вафли. Вафли. А наверху шоколад? Да, да. И шоколад. Получается вафли и шоколад? Да. Да. Вафли, а с ней сверху шоколад? Да. Одну вот такую, одну такую. Если убрать шоколад, будешь? То только вафли останется? Да. А если вафли, то... Тут, если не будет вафли, то будет только шоколад. Ты какую, ну, да, будешь? Не хочу вафли. Ты? Я вот, ну вот эту и вот такую. Вообще-то выглядит аппетитно. Вот там еще слишком помимо... выше она выглядит. Что мне значит? Да, вафля, вафля и ягоды. А, и все. Да. Тогда вот такую вафлю и ягоды. А для рыжих что-то есть отдельное специально? Да, все, спасибо. Рыжая вафля. Тебе тоже дай мне вафлю. Да, нам раздельный счет. Я просто хочу быстрее. Да, я заплачу за вас. Да, да, раздельный счет. Я заплачу. Подписчики, я заплачу за вашего кумира, которого вы смотрите, который не может угостить вафлей друзей. А я вафлями угощаю друзей. Вот. Почему? Давай, потому это будет конец видеоблога. Давай что-то надо, очень хорошая мысль. Нет, нет. Какой как... конец видеоблога? Ну, под конец видеоблога должен толкнуть речь, как Тони Старк какой-то. Это мощное. Ну ладно, спасибо и на том. А видите, что пошел шмол? Это же Вильнюс, я правильно понимаю? Да. Вильнюс, Литва. А мы находимся у центрального фонтана города Вильнюс. Вот это да. А вот центральная площадь, как сказали. Очень интересно. А что происходит? Отлично. Ой, ну он и заебенил у вас, конечно. Вы здоров. Всех разъебали, да, там? Вон пиздюка заставили плясать, смотрите. Это Лёхин сын. Это я, ладно, сам. Смотри, да, в натуре. С бабкой с какой-то поставили меня в пару. А, вот баба. Смотри, баба вот расцвел сразу, видал? Барабанщик тоже злющий просто. Раздает не по-детски. Почти что в Слепнот должен играть пойти. Та-ра-тай-рай-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Та-та-та. Та-рай-рай-та-ра-ра-рай-та-та-та-та-та. Мандурин или кто там? Девчонки, вы в таком наряде никому будете не нужны никогда. Счастливо. Это же собака, да, у вас? Нет. Заебись. Это видеоблог. Мы на улице 1998 года. У вас украшения, что ли, какие-то здесь? Ну ладно, тогда хорошо. Вот медведь срет, смотрите. Это видеоблог. А не подскажете, волосы где-то здесь можно продать или купить? А, окей. What's going on here? А где волосы продают, вы не знаете здесь? Нет, не знаю. Хорошо, надо искать. Это видеоблог. Смотрите. Здравствуйте. Потрясающе. Потрясающе. Это видеоблог, на минуточку, чтобы вы понимали. Ну просто красавцы. Заебись просто. Теперь встречайте Пити. Пити сыграет вам сегодня партию. Они траву курят. Пити.
А что происходит? Посмотрите, мужчинка с ЛГБТ-шным зонтиком, походочка соответствующая, а чечело жжет, видимо. Хорошо здесь, в Европе. Та-та-та-та, мы ёбнутые на всю голову, ла-ла-лай-ла-ла. Ой, прическа, а прическа-то какая? Ты посмотри, потрясающе. Здорово, здорово. Вам Кириллу Светлову позвонить надо. О чем поговорим? Все изменяют друг другу. Все изменяют друг другу. Мужчины изменяют женщинам. Женщины изменяют мужчинам. Вы хеклер? Так я, Тимур. Заткнулась нахер. Опоздала, блядь. Наверное, писала. Я попью водички, поаплодируйте мне. Спасибо большое. Спасибо. Да, потому что для мужчин это больше скорее сунул-высунул, да, для женщины это немножко... Вошел-вышел. Ну, это типа по любви, да? Вошел-вышел! А ну-ка завали там ебало свое, слышишь? Как после этого продолжать? Все, спасибо. Лучше, лучше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24. Коленка не заболела? Все сломало. What's poppin' G? Что это было, Лёв? Это сессия. Это разборка питерская. По одному нельзя. Это видео хуй. Немного, странновато, кайф? Конечно, да, очень странновато. Как это, когда с тобой не хотят фотографироваться, Леша? А, нет, хотят. Ну как это было? Она подбежала, такая, ой, это просто зверь. А, Нурлан! Я такой, ну, ваше дело. Первый комик на нашей импровизированной сцене. Тим Кангина! Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, Спринтер. Добрый вечер, добрый. Добрый вечер, Спринтер. Добрый вечер, добрый вечер. Да, проходите, мы уже начинаем. Все. Шесть. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на Спринтере. Следующий по маршруту площадка концертная. Гостиница. Да, мы в гостиницу едем? Или куда? Или как? На следующий стендап-комик. Вы можете могли его видеть. В стендапе на ТНТ. Алексей Щербаков! Я не курил, но посоветовали это место. Да пошел он нахуй! Ребята, всем привет! Всем привет! Да, да, да. Слушайте, похлопайте, у кого было такое, видишь, 9-летней девочки, такой... Было такое. Было такое.
Жиза. Жиза. Комедия наблюдения педофила. Охуенно. Кто когда-нибудь ел? Похлопайте, кто-то ел? Да, бывало. Незнакомо. Когда еда во рту, всегда есть этот человечек. Как вас зовут? Недовольный хуй. Как его? Виска. Возьми в рот пиписку. Члены больше! Это был я. Спасибо большое. Виктор Пчелов. Это видеоблог на Максу. Все, выключаем. Что не... Все работает. One, two. Так, Витя, скажи шутку, что я Виктор Комаров, а ирония была бы, если бы у меня жену звали Наталья Мухина. Эта шутка отправляется в мой материал, чтобы вы понимали. Я комик, который... Типа Комаров и Мухина. Ну что, ребята? А родим мы Жукова. Итак, у нас есть рубрика «Открытый микрофон», куда может прийти любой желающий. Да. И поэтому у нас... Сегодня Павел. Сегодня... Нет, не Павел, а Марина. Олег. Или Марина. Марина. Давай. Марина Крик. Все доставайте телефон. Марина. Мы опаздываем, ребята, очень сильно. Это видеоблог. Мы очень сильно опаздываем. Это видеоблог опаздывающих очень сильно людей. Потому что мы должны были выехать в аэропорт в 8.30, а сейчас 8.33. Я считаю это сравнимо с тем, что мы проебали рейс. Все. Так точно. А? Да. Олег, мы рейс проебали. Наконец-то. Потому что мы 8.30 выехали. Да, видеоблог. Да, 3 минуты. А выехали 8.30. Вот ты в Аэрофлоте так не расскажешь. Нет, это серьезно, это проеб рейса, братан. Согласен. Проебали рейс, окей. Но понимаешь, в чем проблема, Тимур? Че? Мог бы писать бы человеку жалобу, если бы он существовал. Это видеоблог. Да. Класс. Какой у нас был капитан, ну-ка, включить? Капитан на Аэрофлот, блядь. Ну, невозможно передать, да? Будет хороший разговор. И желаю вам хорошего дня, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. We have got the station. Welcome to Moscow. On behalf of our security agency, я буду вас ждать, вас искать. Мы его... And have a nice day. В общем, мы прилетели, и я получаю свой портфель, и это конец видеоблога. Было замечательно. Пока!